Всем привет, с вами Грена Шоу, и сейчас я покажу вам, как построить вот такой вот реалистичный лифт. Амогус! А для начала постройки вам нужно запастись ресурсами. На экране вы видите, что вам нужно для этого лифта. Когда вы это соберете, вы должны взять вот такой вот флор и передвинуть на место, где будет стоять ваш лифт. Далее ставим гладкую стенку вот таким вот образом. Она нужна, чтобы на нее мы могли поставить кнопку для вызова лифта. Далее мы должны поставить конвейер, как показано на видео. После этого заходим в Blueprint и выбираем Short Smooth и ставим вот таким вот образом. Это вспомогательный блок, в будущем мы его удалим. Рядом с этим блюпринтом ставим второй конвейер, как показано на видео. И продолжаем ставить конвейеры до самого верха, по 11 штук с каждой стороны. Нужно поставить стенку между конвейерами. Под стенкой должно быть небольшое расстояние. Для его создания используйте Tuned Floor. Продолжайте ставить стенку до самого верха, а на самом верху поставьте Wall Stop. Далее для удобного строительства нам нужно поставить лестницу. В будущем ее можно убрать. Для создания лифта нам нужна доска нужных размеров. Ее можно создать, если выставить X3, Y1 на лесопилке. Для разметки вы можете использовать палки, как показано на видео. А ненужную часть можно отрубить топором. Создаем платформу для этажей. Чтобы поставить второй этаж, вам нужно отступить 5 переключателей и поставить его чуть выше 5-го переключателя. Рядом с этажом нужно ставить стенки, чтобы в будущем на них можно было поставить кнопки вызова лифта. Далее берем нажимную плиту и ставим ее на самый верх. Берем тонкий blueprint tile и ставим его, как показано на видео. Ну, можно любым образом. После того, как мы поставили этот blueprint, нам нужно на его верх поставить нажимную плиту. Нужно ее поставить максимально ровно, и обязательно ее нужно поставить перевернутой. После этого blueprint можно удалить. Следующим делом мы должны взять и поставить кнопки на все этажи. Ставить вы можете как вам вздумается и как вы хотите. В данном случае я поставлю их вертикально. Теперь мы должны закрыть маленькую промежность между стенами.
Для удобства опять-таки ставим TuniFloor, берем посты и продолжаем их до самого верха. Осталось совсем немного. Берем нажимную плиту и ставим, как показано на видео. Выход проводов обязательно должен быть за стенами. Нажимную плиту не обязательно ставить ровно. Берем лук и ставим его, как показано на видео. Далее с другой стороны лифта ставим 5 таймеров. Последний таймер ставим на самый верх. Готово. Осталось все это дело соединить проводами. Берем провод и подключаем кнопку к таймерам. Далее прокладываем провод с другой стороны таймера до переключателя. Все таймеры должны быть на максимальную задержку. Берем провод и подключаем его с другой стороны таймера к переключателям с передней стороны. Подключаем нашу нажимную плиту к люку. Это самое сложное место, так как нам нужно уместить два провода в одном месте. Заканчиваем провод примерно в центре закрывашки. Обязательно, провод нажимной плиты не должен активировать переключатель. Если так будет, то вся система сломается.
Соединяем все оранжевые переключатели проводами. Все переключатели с передней и задней стороны должны быть направлены вверх. Точно так же делаем с задней стороны. Нажимную плиту подключаем к входу таймера. Кнопку протягиваем тоже к входу таймера. Выход таймера подключаем к переключателям спереди и сзади. Также не забываем сделать таймер на максимальную задержку. Готово. Осталось присоединить кнопку на втором этаже проводами. Просто присоединяем ее к нижним таймерам. Возможно, вам понадобится два провода. Поздравляю, лифт готов. Осталось его активировать. Берем доску, которую мы сделали в центре видео. Берем конвейер, передвигаем его. Передвигаем конвейер, берем нашу доску, запихиваем ее в наш лифт. Эта доска должна идеально поместиться. Готово. Когда мы нажмем на кнопку, лифт опустится вниз. Заходим в лифт и ждем. Через некоторое время досочка начнет подниматься вверх. Всем спасибо за просмотр. Я думаю, вам очень понравилась эта постройка. И всем еще раз до свидания.